Ну, сегодня, народ, хотим опять вернуться к теме закона о мобилизации. Знаете, тема очень свежая. На нее сейчас, как, знаете, вот мухи на говно, слетели все российские ПСОшники. Платят деньги, гонорары просто сумасшедшие. Всяким там нашим продавшимся тушам, которые там себя а-ля считают блогерами. Вот, и которые сейчас пытаются эту тему хейтить. Если так вот, ну, отбросив, да, все их нарративы там московские, просто поговорить про закон о мобилизации, народ, ну, давайте сначала по чесноку скажем. Он принимается, конечно, с очень большим опозданием. В России закон о мобилизации был принят и подписан еще в сентябре 2022 года. Они уже тогда понимали правила игры, по которым они будут формировать вот свои там полки, армии и компенсировать свои потери. Мы от них действительно на дистанции очень сильно отстаем. Мне вообще не нравится, как политики футболят этот закон. Мне не нравится позиция главнокомандующего нашего президента, почему не он подает этот законопроект, как действительно главнокомандующий. Там, да? Вот, как президент, на котором вся ответственность, абсолютно вся ответственность за нашу оборону и вообще за нашу всю страну. Парламент в лице Арахами заявляет о том, ну, блин, мы там не можем это голосовать, вот нам военные принесли, а мы посмотрели, там вот нас это не устраивает, да вашу мать, вы большинство, вот, вы монобольшинство, как этот закон вас устраивает, не устраивает, берите тогда, садитесь, сами делайте этот закон, да, вот, выписывайте его, вы же прекрасно понимаете, почему от него все шарахаются, почему никто не хочет за него взять обезы, и никто не хочет за него подписаться, потому что ты всем мил не будешь. На самом деле, не надо всю страну гнать под ружье. Обязательно должна произойти сменка людей. Здесь должен быть очень сильный, мощный мотивационный момент. Вот, не просто там, а пытаться людям объяснить, как, допустим, третья штурмовая. У них работает очень мощное рекрутинговое там агентство с ними. В третью штурмовую там вообще невозможно попасть. Чтобы туда прийти мобилизироваться, в третью штурмовую, подписать с ними контракт, там целая очередь. Посмотрите, то же самое ребята, которые по дронам, операторы дронов, которые там разрывают. Те же там инквизиция или Люфтваффе. Попробуйте попасть в Люфтваффе. Да вы в жизни туда не попадете, потому что там конкурс. Там берут людей, которые с закрытыми глазами показывают такие сложные пилотируемые фигуры на дронах, да, и только тогда их забирают себе. Все поставлено вот, от обучения вот, до уже, как говорится, нарезки правильных боевых задач. Никто никого не должен там посылать на убой. Если здоровья не хватает, конечно, отодвигайся на вторую, на третью линию обороны. Когда солдат приходит подготовленный, мотивированный, он четко, прекрасно все знает, что за ним стоят мощные социальные службы, что в случае ранения ему вот это положено, что в случае там чего, он может написать рапорт, будет там моментально переведен. У него 2 месяца будет шикарной подготовки, да, там с западными инструкторами, возможно, за границей, да, вот, возможно, там вообще человек выберет для себя именно ту профессию, ту специальность, которая ему больше всего подходит. Но не всем Бог дал такую вот, знаете, анатомию, физику, быть там штурмовиком, быть, короче, танкистом. Но мобилизацию проводить надо, ротацию проводить надо. Я объясню вам еще раз почему. Ждать тупо, начитаться российских ИПСО и проклинать там недолугую власть там нашу, там еще кого-то, говорить там, а что я вот сейчас там, вот, пусть там Вася дурак служит, или пусть там это, пусть там за меня, я не знаю, там кто, НАТО служит, еще кто-нибудь. Государство сейчас должно это решать просто в турборежиме. Мы все равно должны иметь правовой документ, от чего мы должны отталкиваться. В армии не нужны абсолютно все там киллеры, какие-то там снайперы и какие-то там, я не знаю, спецподразделения, которые ночью там ползают и вырезают ночами там стада орков, да? Вот, в армии нужны бухгалтера, в армии нужны механики, в армии
нужны программисты, в армии нужны масса профессий, даже тот, который сидит с паяльником и будет перепаивать тебе этот чертов дрон, который свалился, который попал под российский рэп, и у него там что-то надкололось плата. Надо посидеть с паяльничком, короче, поработать. Это тоже армейская специальность, он тоже нужен. И вы просто поверьте, как и все равно, что нужна мобилизация для нашего оборонно-промышленного комплекса. Люди, которые будут работать на оборонку, всем бронь. Потому что мы должны действительно поднимать у себя этот уровень. Народ, и запомните, война сама себя не выиграет. И американцы, и европейцы, они смотрят на наше поведение. Вот, Блинкен, он тоже не дурак, он смотрит, если мы не хотим сделать закон о мобилизации, мы его тянем уже второй год, да? Ну, конечно, американцы скажут, переходим в оборону. А с какого они должны сказать нам, нет, вы нам наступаете, мы вам сейчас вот F-16 там подгоним, завалим вас техникой. Так а с какого заваливать, если нету людей мотивированных, да? Если у вас нету армии, которая пришла, собралась, которую там все обучили. Вот, и еще раз говорю, не надо, вот сейчас нам пополнение хотя бы, условно говоря, 100 тысяч. Мы не планируем брать миллионы миллионов, потому что элементарно, посмотрите, сейчас урезают все статьи расходов, потому что даже та часть военная, которая у нас служит, не хватает даже из бюджетов средств. Солдата же не просто нужно призвать, нужно одеть с ног до головы, обуть, обучить его, платить ему довольствие, потому что эта профессия связана с риском, да. И из того, что сейчас как бы приняли, что должна существовать там база данных, которая должна храниться где-то там за рубежом, вот. Ну, я, честно говоря, это комментировать пока сейчас даже не готов, потому что я не знаю, почему наша база данных должна храниться за рубежом. Ну, я, вы знаете, скажу так, поверьте мне, у нас государство на протяжении 30 лет находилось практически под российским патронатом. Если вы посмотрите даже эпоху Януковича, у нас и глава СБУ, и министр обороны, они все были с российскими паспортами. Представьте, вот серьезно, все базы данных по украинцам, которые только вообще существовали, они давным-давно уже лежат в Москве. Все переписаны, все под писаны. Вот. Поэтому я думаю, чем заниматься вот этими какими-то там, ну, вещами ненужными, да, вот, вот этим туманом напускать, там, какую-то там, ну, голосовали на базу данных, закон на стол, закон положите, все. Что, куда, как, кто завтра должен прийти, где пройти комиссию, вот, какая процедура наборов, где как людей будут там тренировать, как обучать, какая система, вот, уберите к чертовой матери действительно всех этих инвалидов там, да, инвалиды пусть сидят все в тылу, максимум распределения на предприятия или не убирайте ДФТГ, зачем вы поубирали ДФТГ, ДФТГ для того и создано, что если человек там часово обмеженный, або там, ну, там, часково придатный, там, как они там сейчас все пишут, да, вот, ну пусть человек, или которому там возраст, допустим, 55 лет, ну куда его там в окоп уже, дайте ему автомат, пусть он охраняет склад. Поэтому, народ, смотрите, относимся к закону о мобилизации очень ответственно. В этом законе, прежде всего, не то, что наш долг. Здесь заложена, короче, дальше концепция нашего будущего. Вот. Действительно, мужчины должны служить в армии. Вот. И должны защищать свои дома, свою родную землю. Вот. Если женщины, то же самое, у нас очень многие идут на фронт. Вы посмотрите, какое сейчас количество. Вот. У нас женщин, которые служат. Вот. Им большой, огромный респект и уважуха. Возьмите государство Израиль, там служат все. Вот. Не надо только там тыкать пальцем и говорить, да, в Израиле там у президента и у премьера дети в армии служат. Вы думаете дальше, как вы здесь будете дальше жить и как вы должны защищать свою землю. Как вы должны гнать отсюда противника и как вы должны освободить нашу землю. И как мы должны дальше здесь построить действительно европейское государство, член НАТО. Вот, со всеми не то что гарантиями безопасности, а с самой крутой армией в мире, которая только существовала за всю историю человечества.